Курорт-2019. В Серпухове стартовала совместная акция администрации и правоохранительных органов. О безопасности жителей в местах массового отдыха и обеспечении общественного порядка в летний период полицейские рассказали на пресс-конференции. Они также ответили на вопросы журналистов. Летний сезон в разгаре. В парках, скверах, на пляжах много отдыхающих. Поэтому в Серпухове усилены меры безопасности. На Ногинском пруду, например, дежурят спасатели. Правоохранители, в свою очередь, регулярно патрулируют территории. Сотрудниками полиции досматривались и проверялись все места массового отдыха граждан, которые у нас имеются на нашей территории, а таковых у нас имеется 19. В летний период времени образовано 20 лагерей, где у нас отдыхают дети с дневным пребыванием на базе школ, которые также были проверены сотрудниками полиции. Стражи порядка рекомендуют отдыхающим неукоснительно соблюдать правила поведения воды в общественных местах и на проезжей части. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – еще один вопрос, который обсудили на пресс-конференции в полиции. Маленькие пассажиры – это одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны на их защиту, поэтому при перевозке детей обязательно использовать детские удерживающие устройства. С 1 июня по сентябрь на территории всей Московской области проводится социальная кампания «Маленький пассажир. Большая ответственность». Акция направлена на повышение безопасности несовершеннолетних детей на дороге.